Это, да, очень опасный момент для ЦСКА, но момент, который, скажем так, СКА создал у своих ворот, а не наоборот. Мамин, Жилунов, Акулов. Их смена, и сразу момент, и сразу гол с неудобной в 9. Вот это супер, Макс! Классная шайба, и ЦСКА уже в одном голе от соперника. Все голы одинаковые в этом матче. Все голы – залог выигранной борьбы где-то в углах площадки. Вот и все. Просто тут, внимание, ну вот в угол приехали, и пошел Акулов. Пошел Акулов, пошел Мамин, они напрягли Каменева, и у того клюшку Мамин, шайбу Мамин с крюка выбивает прямо на Шелунова. Понимаете, вы такого просто ждать не можете. Здесь можно долго говорить, что на пятаке у СКА не было никого, но вот Дыбленко был ближе всех к Шелунову, но вы просто не ожидаете, что у вас партнер так может потерять шайбу в углу. Да. И опять Шелунов набирает очки, седьмой матч подряд он это делает.